Привет всем! Хочу сегодня показать, как тренирую свою собаку. А ей будет помогать кот, а может быть мешать. Сидеть. Лежать. Бесси, лежать. Молодец. Кузя. Кузя, 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 Кузя. Кузя, Кузя, сидеть, сидеть, молодец, Кузя, Бася, лежать, лежать, Бася, лежать, лежать, Бася, лежать, молодец. Бесси, дай лапу. Нет, не лежать. Дай лапу. Сидеть. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. Еще лапу дай. Дай лапу. Не лежать. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. А Кузя наблюдает за Бесси. Они дружат. Бесси, где Кузя? Где Кузя? Где Кузя? Бесси, где Кузя? Где Кузя? Где Кузя? Вот такой вот ленивый, упрямый бультерьер. Очень тяжело поддается дрессировке. Кс-кс-кс-кс. Кузя. Немножко поигрались. Кузя в обиду себя не дает, потому что он старше. И первый появился у нас. И он, наоборот, ее построил под себя. Бесси его слушается во всем. Когда чешется очень сильно живот, вот так вот она делает. А кот наблюдает. Танцует под музыку. Тренировки не получилось, потому что Бесси очень упрямая, и все бультерьеры тоже очень упрямые. С ума сходишь? Голос. Бесси, голос. Бесси, голос. Бесси, сидеть. 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 Голос. Голос. Голос, Бесси. Не, громко голос. Голос. Давай, голос. Молодец. Ты ждешь? Наглость — второе счастье.
устали, лежат, отдыхают. Куся. Вот я познакомила вас с Бесси, с Кузей. Дальше буду снимать ихнюю жизнь, ихнюю дружбу. Всем спасибо, всем пока.